Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Harrier 2016 года выпуска в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 2 литра, 151 лошадиную силу, АКПП, передний привод. Автомобиль на литых дисках хорошей резине с пробегом 136 тысяч километров. Имеется спойлер, хромированные ставки, ветровики, повторители в зеркалах без ключевой доступ. По салону у нас кожаный салон. В чехлах чистый, ухоженный, не прокуренный. Раздельный климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, голосовое управление, контроль полосы, кнопка старт-стоп, привод багажника, автосвет, антиюз, привод передних сидений, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 86, 86, 92, 92, 101, 89, 93, 87, 81, 97, 89. Актуальные цены наличия автомобиля вы можете узнать по ссылке в описании.